Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам мод, который добавляет кофе и чай в Minecraft Pocket Edition. Так, в руках у меня порошок для кофе, или можно сказать кофейный порошок. Здесь уже готовится порошок, так сказать. Сюда наливается кофе. Сюда, ну это уже как и чашка кофе, мы можем ее выпить. Это уже вторая чашка кофе, она должна быть горячей. Ну, нам это ничего не дает. Так, давайте сейчас я обновлю список. Вот я обновил список. Так, ну, если честно, для чего эта штука, я не знаю. Вот, ну ладно, давайте пойдем дальше. Дальше это уже очень горячий кофе, как видите, идет испарение. Мы тоже можем его выпить. Это вот пустой заварник кофе или чая, так сказать. Это пустая чашка. Мы не можем ее выпить. Это уже сам чай. Вот, как видите, можем выпить. Так, сейчас я опять обновлю список. Так, для чего эта штука, я тоже, к сожалению, не знаю. Давайте я ее выброшу. Для чего вторая штука, я тоже не знаю. Я ее тоже выброшу. Так, ну вот нам, у нас осталось две вещи. Это пустая чашка. Так, да, это пустая. И вот, как видите, полная, тоже можем выпить. Но такой мод довольно маленький, но прикольный. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.